Ученики 24-й школы шумно и весело отметили Масленицу. Традиционно проводы зимы здесь устраивают на свежем воздухе. Старшеклассники готовят конкурсы для учеников начальных классов, учителя поддерживают инициативу ребят. Они прямо у нас наряжались, разукрашивались, и с радостью ребята откликнулись на это мероприятие. Дети активные, инициативные, хорошие дети. И хотя весна еще не вступила в свои права, на празднике никто не замерз. Школьники перетягивали канат, водили хоровод, бегали, рисовали, а закончилось все традиционно – горячим чаем и блинами. Сейчас бабуля блины печет. Я тесто замешала. Вкусные блины получились. Мы с ней вместе пекли блины, я намесила тесто. Ей очень нравится добавлять все ингредиенты. Жарила, конечно, я, но все вместе мы с ней делали. Мы любим каждый год на Масленицу ездить на городские празднования. В этом году мы собираемся в парк Дружбы народов, там будет праздник. Обычно на площадь Куйбышева ездили, но решили вот в этом году сменить традицию чуть-чуть. Но всегда это какие-то городские гуляния. Проводы зимы сегодня подходят к концу, поэтому жители города веселятся и гуляют с особой радостью. Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События.